Ну вот участники уже, я так вижу, пошли к Куги, пойдемте посмотрим. Так, пошли там с этим уже или? С Иваном, по-моему, пошли, да? Пойдем посмотрим, что там происходит. Очень много народа идет. Давай, заявление. Записывайте те люди, которые пойдут, да? А кто это вышел? Ну вы же от своего дома отпускаете. Так, где у нас Иван Новиков? Вот где это. Не нарушая общественный порядок, достали заявление в руки. Ребята, подходим все ближе, для того, чтобы у нас было... Она что, не вышла? Вот туда на алгоритм. В общем, это самое, Николай, пока решается. Плюс какой-то плакатик, видно, одиночный пикет. Вы говорить не умеете, не можете. Ну, митинг, я понял, что граждан у нас сегодня... Чего? Стоять с плакатом... Ну что, рассказать? Давайте я вас сменю. Давайте. Ну, как у нас? Я не хочу. Да, понятно, да. Значит, чего вас стоит? Значит, пикет проводится против политики Куги, направленной на захват общей долевой собственности. Дело в том, что общая долевая собственность, среди которых и чердаки, и земельные участки, и подвалы, находятся в собственности у собственников многоквартирного дома. Однако, каким-то образом появляются подзаконные акты, распоряжения местных органов власти, которые передают эту собственность государству. То есть государство как бы от имени чиновников заявляет право на эти помещения, а далее передают коммерческим службам. То есть происходит захват. В общем-то, имеют все признаки рейдерского захвата. Ну, примеры можно привести. Это Миллионная 12, Невский проспект, дом 3, Итальянская улица 47. Ну, вот такие вот типичные примеры. И вы вот так вот хотите, значит, с этим справиться? В том числе. Мы готовим, мы это движение «Живой город», мы, в частности, тоже поддерживаем антимансардную коалицию. Мы сейчас готовим обращение в Генеральную прокуратуру по поводу бездействия городской прокуратуры, потому что туда были многочисленные обращения и жильцов, и наши обращения, но все они остаются без какого-либо внимания, без какой-либо реакции.
Все, представься, пожалуйста. Рамсов Андрей, движение «Живой город». Спасибо. Да не знаю ваше начальство. Подходит не начальство, подходит вы, подходите вы. Значит, вы подходите, вы должны представиться. Вас учить надо, вас стрельнуть. Чему учить? Вы не учите, ладно. Вас милиция общественной безопасности прежде всего должна обеспечивать безопасность жителей. От вас люди разбегаются, честно. Потому что от вас можно ожидать чего угодно. Вы разбегаетесь, уже разговариваете. Ну я не разбегаюсь, а девушка молоденькая, черт знает. Может, вы Евсюковы новые. Бог вас знает, кто вы такие. Посмотрите, мы не вооружены. Держать дом в нормальном техническом состоянии, так как нет доступа к коммуникациям, обслуживающим здания. Силовые захваты инвесторам чердаков и подвалов. У нас страдают такие улицы, как Миллионная 12, Добролюбова 2, Блохина 2, Караванная 5, Караванная 14, улица Малая Конюшная 7, улица Восстания 47, Невский проспект 3, Апраксин переулок 19-21. Попытки захвата вот уже в течение года продолжаются и на Итальянской 37, Фонтанка 9/6, Второй Муринский 13. О праве на комфортное проживание в таких условиях нет и речи. Дома 18-19 веков не рассчитаны на нагрузку дополнительных этажей. И в зданиях появляются глубокие трещины, рушатся перекрытия, обваливаются потолки, разваливается 2-3-столетний фундамент. Люди на последних этажах вывозят детей и стариков к родственникам, опасаясь за их жизнь и за свое. И наши требования, господа, которые я сейчас вам зачитываю и подписи под которыми вы будете ставить. В связи со всем вышеизложенным требуем, первое, дать письменный ответ на вопрос, какая статья и какого закона Российской Федерации отменила наши права сособственников общего имущества многоквартирного жилого дома и позволила КУГИ произвести государственную регистрацию принадлежащих нам чердаков и подвалов. Второе. Незамедлительно рассмотреть вопрос о создании специальной комиссии с участием наших представителей по принятию ряда неотложных мер по указанной проблеме. Третье требование. Запретить строительство мансард и реконструкцию подвалов в жилых многоквартирных домах, где не было получено согласие собственников этих домов. И четвертое. Аннулировать незаконную регистрацию в качестве госсобственности помещений чердаков и подвалов в жилых многоквартирных домах. Просим в кратчайшие сроки рассмотреть наши требования и дать письменный ответ 2/3/2010 года в приложение подписи собственников и представителей жилых многоквартирных домов город Санкт-Петербург на листах, которые мы с вами сейчас получим здесь. Светлана Павловна, руководитель антимансардной коалиции. Пожалуйста, подходите, сейчас будем с вами подписывать. 96-96-3-96. Техническая пауза.